Друзья, салам алейкум, всем доброе утро. Мы выезжаем в данный момент на хорошие пути. Поэтому здесь с нами будет Вилаят, этот Залина и Халид, и Сажая, мы едем в Нальчик. Ну, там у нас дела, но я сниму как путешествие. Так что погнали. Как ты, Ле? Ты же не будешь что с нами разговаривать. Почему? Так, друзья, мы сейчас уже на дорогу выезжаем с Махачкалы. Нам еще писать не вас. А же я Бакарова езжу чисто. И так Залина Махмутовна. Идеально. И идеальный лос у нее. Да. Идеальная мощь. Да, ну, поликлиники что ли тоже рекламируете? А же, мы пить когда едем? Что, мы погнали. Без макияжа, давай поснимем, да. Я тебе эффект добавлю, очистки лица сделаю. Очистки лица. Пойди, мусор, посмотри. А, давай. Мусор сюда. Да. Это мы выбросили мусор. Что там есть еще? О, сейчас, он... Какой змей, блин, я эту змей, знаешь, сколько видал. Всем привет. Сегодня ведем видеоблог, репортаж. Место происшествия событий, мы едем в город вот такой Абусом. Такая камера большая, там такая тоже большая. И вот это Рамузан, это я. Мы сейчас с вами зайдем вот туда. Давайте зайдем, я очень хочу туда зайти. Ну если один раз зайдем, ничего не будет, да? Блин, тут осы. Доехали мы, короче, какое-то место, здесь поля, одни желтые цвета, блин, очень много, короче. Что меня снимаешь? Там змей, бать. Ходят слухи, что ты скоро женишься, это правда? Ну да. Ну когда, не знаю.
Вот здесь отец есть. Тебе хватит хавать? Мне уже два пряника съела. Два пряника только съела. Здесь пакет ничего не осталось, пустой пакет идет. Да! Куч. Это Вилаят. Он крутой. Теперь мы будем вести диалог с Вилаят. Вилаят, как ты докатился до такой жизни? Долгая история. Долгая, мучительная. Через чуть. Что может делать счастливым человеком? Я вообще-то сам по себе счастливый человек. Машина. Семья, здоровье. На сколько процентов доставляет удовольствие вам ваша работа? 70%, так скажем. Если бы не аранжировщик, то кто? То-кто? То... Повар. Повар? Интересно, мы об этом не знали. Сейчас будем знать. Какое ваше любимое блюдо? Блюдо просто плов, так скажем. Десерт, турецкий десерт больше, я почитаю. В Турции были? Нет. Уже, да, планирую. Нас только не забывайте, Саш, заберите. Стамбул прямо. Вот свидетели. Только Рамазан не будем забирать? Сейчас нет. Да. Остается и здесь. Вот здесь с этой красивой девушкой. Да. Которую... А, только вот это не видел здесь? Нет. А вот он и он. Я знаешь, сколько минут? 4 минуты снимаю. Зачем столько снимать? Я знаешь, у всех интервью взяла. Давай у тебя возьму. А, чего я слышу интервью? Идем, садись сюда, все это. Здравствуйте, дорогие друзья, так, здравствуйте. Здравствуйте. Забыл как раз уйти. Как ты докатился до такой жизни? Жизни? А жизни не надо, а в жизни такое. Докатился я как-то не так просто. Ага. Это сам Вилаят приготовил, обратите внимание. Да. Сделано в Германии. Резко сделал. Ее вообще-то интервью. Строго не судите. Я так хотел советовать жизни. Короче, отменяйте. Ой, на мое лицо. Отменяйте интервью. У меня нос тоже красивый. Хочу сказать вам. Они поели. А что с собой не взяли? А что ты ешь дальше? Ты острый едешь? Острый секунд. Я подумаю. Вызовите пожарную, пожалуйста. Вот что не знают, взяли, и вот теперь мучаются. А дели покушать не получилось. А что, слишком остро? А-а-а. Нет? Эй, мне тоже надо. Вот он. А надо было раньше. А надо было раньше. А жесть знала, что так будет. А она знала. Пожарный далеко до дождь. Так и надо. Да, не стыдно. Всё. Вот мадер ходит как нормально. А, этот молодо. Смотри, сейчас мы остановились на какой-то ресторане. Тут как зал большой. Короче, остановились здесь, будем покушать. И потом на дороге. Обратно пути уже. Мы едем обратно. Из-за дождей ничего не смогли снять. Вот такие вот дела.
Итак, друзья, мы то, что могли, сняли, наверное, большинство на дороге, и Айсал, он стоит такой свет. Свет режиссер. Так, из-за дождей мы не могли тут особо погулять тоже, поснимать, но что я снял, я выложу, короче, при этом просмотре вам. А, Души Баркал. Спасибо, что посмотрели.